И всем привет, ребят, с вами и сегодня записываю новый ролик Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике Сегодня у нас пятница, но на момент выхода этого видеоролика у нас уже суббота И сегодня мне хотелось бы обсудить вместе с вами обновления, которые вышли в нашей игре вчера К сожалению, я не записал видеоролик с новыми обновами Думал, что ничего у нас не будет, но появилось много нововведений, по которым уже я начал записывать видосы. Ну а сегодня хотелось бы обсудить все те обновы, которые я пропустил, которые у нас вышли в игре. Ну и плюс зацепить те обновы, которые появились у нас вчера. В целом много интересных изменений, которые могут повлиять как в лучшую сторону, так и в худшую, с точки зрения баланса нашей игры, как минимум, да, потому что за эти две недели у нас поменялось ну, порядка где-то, наверное, 10 пушек в балансе, может чуть меньше, да, но в любом случае мы сейчас по всем пройдемся, обсудим э, все это дело. Ну и плюс э, появились э, обновления, которые э, могут даже повлиять в какой-то степени на онлайн нашей игры. Да, видоизменены определенные пункты, плюс э, добавлена новая визуализация миссий, которая появилась у нас, грубо говоря, э, вчера и которая выглядит, как по мне, довольно-таки прикольно. Да? То есть здесь появилось новое облегчение, то, что ты можешь сразу забрать э все миссии, которые у тебя будут выполнены, тебе не надо будет тыркать на каждую, да, то есть если вот здесь вот кнопочка, я просто уже забрал, которые у меня были миссии, забрать все сразу, да, то есть упрощена здесь система, ну и в целом визуализация стала довольно-таки приятной, да, если бы здесь бы еще бы с этой визуализацией появились бы какие-нибудь дополнительные награды, то тогда бы это дело бы выглядело вообще максимально жестко. Если вам нравятся вообще подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте тоже поддерживать этот видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунте, ему личный так, так, тип Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. И буквально через несколько недель у нас будут уже итоги этого масштабного розыгрыша. Ну а что касаемо обновлений. Начнем э, с того но, э, со той обновы, которая была у нас, грубо говоря, неделю назад. Э, здесь у нас поменялся и баланс пушек, да, э, фриз, например, с критом стал меньше, изида с критом на лечение стало тоже меньше, теслочка, теслочка, вкусная теслочка стала сильнее с стандартным уроном с критом стало меньше урон шарика стал тоже э, давать больше контента но зарядка баллона а зарядка баллона стала тоже меньше да э, задержка перед запуском шара стала меньше я как вы знаете к Тесле отношусь ну так себе да так себе поэтому в принципе лучше ее вообще нерфить Лучше ее вообще нерфить, потому что я считаю, что это абсолютно не скиллозависимая пушка и м -м, интереса в ней супер мало в нашей игре. Что касаемо Джаггера, то теперь в команде Джаггернаут распределение Джаггера идет не от 30 секунд, как раньше, да, то есть если, например, ты раньше запикивался и 30 секунд проходит, и ты просто с паузу снимался и забирал Джаггера, теперь Джагера можно забрать, если ты делаешь килл плюс умираешь, да, то есть тебе надо сделать самому первым килл, плюс быстро умереть, и тогда ты получаешь джаггернаута. Вчера мне эту схему рассказали, ребята, я просто не знал, как это работает. Теперь знаете, возможно, и вы, если не знали. Дальше, пушка болот стала у нас более слабой, так как и урон выстрела, и крит урод стал Меньше. При этом э, число дробинок стало больше на одну. И все статус эффекты теперь не гарантируют наложение статуса последним выстрелом. То есть, по сути, молот у нас со всеми статус эффектами, плюс как сама пушка, занерфлена. Твинс. Апнутый крит. То есть, это плюс. Рикошет апнутый и обычный урон и крит урон. И скорость снарядов. А, нет, скорость снарядов у нас осталась в максимальной прокачке. Такой же. То есть тоже апнутый рикошет. Смоки. Апнутая смоки с стандартным уроном с критом. Чуть-чуть поднерфленная. То есть смока с пульсаром значит будет еще жестче работать. И еще вкуснее. Э, страйкер. Нерфится у нас. Чуть-чуть крит урон. Громчик, чуть-чуть нерфится Крит урон. Скорпиончик у нас э, стандартный урон уменьшается, критический урон повышается. Магнум, стандартный урон также само понижается, критический урон повышается. Э, статус эффекта не гарантирует наложение э, статуса стандарта выстрела. Э, пушка рельса увеличивается урон, стандартный крит понижается. Гаус увеличивается, и стандартный урон. А, нет, крит все-таки понижается. Я думал, и то, и то. Шафт также само. Урон обычный увеличивается. Крит урон понижается. Оглушение теперь работает лучше. Пробитие работает лучше. Статус эффекта на шафта тоже увеличили. С паладином какие-то вот такие изменения. Я не знаю, что это за углы крена. Но они тоже поменялись. И расходка стала работать по 45 секунд. И плюс ко всему прочему. И как я сказал, что смока стала имбой, я это сказал не просто так, потому что смока теперь с пульсаром шанс крита еще увеличена на 4 процентика. То есть еще критов будет повкуснее больше залетать. Это очень и очень круто. Ну и вообще здесь пульсарчики по большей части практически все стали повкуснее работать. А наложение статус эффектов теперь крит урон у них был 90-к, стал 50-ка. Минус 90, стало минус 50. Обновлен механизм автонастройки. Так, ну и доработаны здесь какие-то изменения. То есть у нас с неделю назад поменялось в балансе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 пушек, но какие-то пушки не критические. То есть вот, например, с Твинсом просто крит урон увеличился и все. Да. Вчера, же, вчера же у нас в балансе поменялось еще дополнительно 5 пушек. Да. Из них какие-то пушки тут тоже менялись в балансе. И здесь у нас уже сделан акцент на сплэш. Сплэш у Грома, сплэш у Магнума. И что там, что там, он стал интереснее смотреться. При этом на рельсу уже новое устройство, тут чуть-чуть поднерфили, но я думаю, что это особо сильно чувствуется не будет, потому что я уже на ней катал. Ну и Гаус со своим сплэшом тоже стал вкуснее. То есть сплэш урон на пушках стал где-то лучше, где-то хуже. Например, на страйкере он стал... А, не, не сплэш. Там радиус максимального и среднего урона. То есть это не сплэш, но все равно нерв произошел страйкера. Плюс опять наложение статус-эффектов на рикошете убрали. Да? То есть теперь от стенок после, после рикошета не гарантируют, что у вас будет наноситься статус эффект. То есть по сути все статус эффектники начали нерфить. И это хорошо. Потому что в последнее время наша игра превратилась не в игру, где ты наносишь там урон, и перестреливаешь противника. А где ты просто наносишь одни статус-эффекты. То ты получаешь просто эти пульсары бесконечные. То ты получаешь нереально большое количество оглушения трикошета, да, то есть пробитие, еще что-то, да. По сути, это должно работать как статус-эффекты, да, но их не должно быть просто миллионы. Миллионы, да. То есть их должно быть в меру. И то, что сейчас за две недели нерфятся. Статус эффекты на пушках, это очень и очень вкусно. Я думаю, что после этого и на фреза, и на жигу, да, то есть на все пушки, все эти статусники начнут нерфить. И это очень и очень хорошо. Также вместе с этим у нас на дронах увеличивающаяся защита, урон и ускорение стала работать на 5 секунд дольше. Плюс появился как раз таки ремастер экрана миссий. Ну и ради доступа в магазине здесь тоже немножечко победился. В целом, я бы сказал, что изменения в балансе в таком большом количестве, ну, наверное, это где-то правильная вещь, где-то может быть даже в моменте перебор. Но в моем случае, когда меняется баланс вооружений таким жестким образом и в таком большом количестве, это, конечно, своего рода контентик, и можно записывать много всяких разных интересных обзоров. Вот, исходя из того, что я прочитал, да, что мне в первую очередь попалось на глаза, и то, что я считаю, то вот Твинс, Рик, Смоки, вот эти вот три пушки, ну и плюс... Ангром, который со сплэшом избедился, да, Магнум со сплэшом избедился, плюс Гаус, да, стал повкуснее со сплэшом тоже. Эти пушки в первую очередь надо будет протестировать, посмотреть, и мне кажется, что каждая из них будет по балансу выглядеть супер-супер круто и интересно. Ну а что вы думаете по этому поводу? Как вы считаете, такие изменения вообще нужны в большом количестве в нашей игре за две недели? Либо же в этом нет э, такой большой необходимости. Э, какие вооружения хотели бы увидеть на обзор в первую очередь, да, так как я и на прошлой неделе пропустил, да, изменения, а изменений много, да, и можно все это тестировать, что на мегадонатном канале и на мегадонате, что на основном канале. Поэтому пишите, какие бы видосы хотели бы увидеть в первую очередь. Изменения, возможно, еще какие-то мысли есть по этому поводу. Все-таки я. Пропустил какой-то период, теперь будем возвращаться, наверстывать, ну и смотреть, как все это дело у нас поменялось в игре. Ну и обнова с миссиями и ремастером, как по мне, выглядит реально очень круто. Да, я считаю, что вот это вот обнова своего рода даст некий буст и плюс мораль определенному количеству игроков, которые ценят такие вещи. Ну и мне в том числе. Поэтому пишите все свои мысли. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вы ждали этот видеоролик. С, ну можно так сказать, разжевыванием всех обновлений, которые у нас были за последние две недели. Я знаю, что есть ребята, которые ждут и которым очень нравятся эти видосы. Ну и также, конечно же, не забывайте подписываться на канал и писать в комментариях, какие обзоры вы бы хотели увидеть в первую очередь. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.